Мне бы хотелось просыпаться не по будильнику, а еще выспаться до стадии, чтобы просто хотелось встать. Дом с уютным камином, а не светильником. А еще большую такую, размером с маленькую страну, кровать. С кучей пледов, подушек. Знаете, будто бы она тебя обнимает. А рядом с тобой лежит человек, от которого не устаешь. И который так по-простому тебя понимает. Человек, которого ты так ждешь. Чтобы каждому личного пространства и увлечений, а на двоих не исчезающий ко всему интерес, обоюдных, не прекращающихся влечений, чтобы он за тобой и в пекло, и в бой, и в лес. А для нее надежные крепкие плечи, она для меня заменившая разом всех. И чтобы друг с другом всегда было лучше, легче, играл скриптонит и стоны ее, и смех. Пусть все будет как-то, как бы тебе сказать, несложно. Чтобы все было в радость, в сумасшествие и в уют. Наконец, окончательно, бережно, но тревожно. От того, что ты до сих пор не тот.